Ассаламу алейкум, мир вашему дому, дорогие друзья. В прошлой передаче я рассказывал о детских юношеских годах Шамиля, когда он из одной деревни переходил в другую деревню, обучаясь то у одного педагога, то у другого учителя для пополнения знаний. Еще рассказывал о том, что Шамиль не забывал заниматься спортом, и в этом деле он достиг выдающихся успехов. Еще шла речь о том, что если бы не Кавказская война, может быть, Шамиль возился бы в саду своего отца именно на кузнице, так как отец его был кузнецом, известным на родине в ауле Гемры. Но жизнь – это не кино, которое можно перемонтировать. Началась война, и Шамиль сперва помогал своему другу и товарищу Кази Магомеду, первому имаму Дагестана, а затем, когда тот погиб, второму имаму Дагестана Гамзатбеку. А собравшиеся делегаты от всех народов Дагестана избрали его в 1834 году имамом. Теперь, когда я дошел до этого места, мне следует рассказать о причинах Кавказской войны. Интерес России, царской России к Дагестану простирается еще к 400 годам. А в 1722 году сюда с войсками, а их было 79 тысяч, прибыл царь России Петр I. Он прошел от реки Сулак до Дербента, остановившись в Тарках, где его принимал Адильгерей Шамхал Тарковский. Дальше должен сказать, что в 1816 году ребята, которые учатся в 9 классе, они знают Алексея Петровича Ермолова, который в то время в первой армии Барклая де Толли был начальником штаба. Так вот, этот самый Алексей Петрович Ермолов с войсками прибыл сюда. Сюда пришли так называемые Куринские, Нижегородские, Апшеронские и другие военные части, дислоцировавшиеся больше всего на территории Дагестана и отчасти, скажем, Чечни. Если Шамхал Тарковский, земли которого простирались на плоскости, вынужден был лояльно относиться к царским войскам, то султан Ахмед Аварский, Гасанхан Мехтулинский и другие владетели, находившиеся в горной части, надеялись на свои горы и считали, что если царские войска продвинутся их туда, то они поднимут своих соплеменников и будут оказывать упорное сопротивление. Узнав об этом, Алексей Петрович Ермолов двинулся на горную часть Дагестана и захватил такие населенные пункты, как Верхний и Нижний Джунгутай, Параул, Гильдии, а его генерал Песель, южной части Дагестана, Кумыс-Аул, Башлы, буквально камень на камень не оставил. Я должен сказать, что он несколько раз возвращался сюда, так как местные жители бесконечно устраивали ловушки, нападения, восставали. И дошло до того, что, видимо, вот это событие на Петеля так сильно подействовало, что у него было психическое расстройство. Он начал пьянствовать, и Алексей Петрович его снял. По мере того, как царские войска продвигались вглубь гор, то на территории Дагестана возникали блокгаузы, возникали посты, укрепления. И чтобы подтвердить слова, я скажу, что, например, укрепления возникли в Темирхан-Шура, это сейчас Буйнакс, в Преображенской около селения Ботлих, над Тарками, где было укрепление Бурное, внезапно это в районе Эндрей-Аула, у Чирьюта, близ Чирьки, это так называемое Евгеньевское укрепление, в Ахтах, Мяклунский переправ, где в прошлый раз, когда я рассказывал, там переходил Лермонтов. Захваченные земли раздавали генералам, помещикам, богатым купцам. Ну, такой пример, скажем, граф Воронцов-Дашко получил более 3000 десятин земли, а помещик Кожевников более 5000 земли тоже, десятин земли. Новые хозяева провели и новые порядки. Каждый город в Кайсубулинском обществе, это такие селения, как Унцукур, Гимры, Ирганай, Ашильта, Хахабросо, должны были внести в казну по одному рублю и по одному барану. А вот, скажем, в Салатаеве, это Черке и дальше город, там, кроме того, должны были дать 4 барана и содержать те воинские части, которые дислоцировались в том или ином населенном пункте. Перевалы на Азербайджан, это Дюльцегакский, или, скажем, на Грузию, это
в Антлерсетский Кадорск, Кадорске были закрыты царскими войсками. Там тоже поставили посты, таким образом дагестанцы не могли вести торговлю. Торговля захерела и дошло до того, что, скажем, соль стоила, что называется, столько же, сколько и золото. Горцам оставалось одно, или взяться за оружие для освобождения себя, или же смириться вот с таким положением. Горцам была и другая причина, почему начались волнения, перераставшие в Дагестане, в Чечне, в Бастане. Местные феодалы, это ханы, беки, бии, они тоже по-своему угнетали местное население. Брали налоги, расправлялись с ними за ослушание, скажем, или невыполнение того или иного указания, они сажали в глубокие ямы, отрезали уши, нос, выкалывали глаза или сбрасывали с высоких скал в пропасть. Я как-то был очень давно в Нижнем Казанище, и там долгожитель Илья Арсланбеков мне рассказывал о том, как в селении их, там, где сейчас находится средняя школа номер один, была глубокая яма, метров, скажем, 30 глубиной, и туда спускали лестницу с 81 ступенями. И вот туда он своих противников сбрасывал, и когда те умирали от жажды, от голода, от мучений, их крючи вытаскивали наверх и выбрасывали это бездыханное тело за окраину селения. А вот, скажем, политических противников, по приказу отпрыска Шамхала, привязывали к столбу, к доске, а к груди его представляли другую, заостренным концом доску, и это обматывали веревкой, и с помощью ручки начинали накручивать до того, чтобы вот эта острая часть пробила грудную клетку и соединялась, скажем, с другой доской. Вот так расправлялись они с местными жителями, со своими подчиненными. Но это, конечно, все это, конечно, тоже вызывало ропот, а нередко и открытые выступления. Я дам такой пример. Скажем, когда нижнеказанищенцы выступили против Шамхала, то из Темирхан-Шуры марш-маршем туда прибыли войска князя Арбеляни и расправились с ними с помощью пушек. Таким образом, дагестанцы оказались как бы между молотом и наковальней. С одной стороны, это завоевательная политика царизма на Кавказе, с другой стороны, угнетение со стороны скажем, хану Беков Биев. Это наэлектризовало настолько народной массы, что нужна была только небольшая искра для того, чтобы разжечь степной, как степной пожар весь Дагестан и Чечню. И это сделал выдающийся сын Дагестана Магомед Истерени Ярах. Это было 200... Вы, наверное, знаете, обратили внимание, что совсем недавно в Дагестане, вообще на Кавказе, отмечали 225-летие со дня рождения этого удивительного сына наших лезгинского народа, дагестанского народа, так скажем, точнее. Сейчас вам показывают фотографии. Это гробница Магомеда Ярахского, умершего в Саграхте. Так вот, на сходке земляков и приезжих в селение его, он с вершины, с высоты плоской крыши, обращаясь, говорил о том, что 7 лет Дагестаном правит царский генерал Ермолов. Что делаете в это время? Вы, обращался он к тем, которые внизу были. Чем заняты? Вы совершенно забыли религию, говорил Магомед Яракси. Кругом царит воровство, пьянство, разврат. Во главе аулов стоят абсолютно невежественные люди. Кровопролитие и убийство, оказывается, является, он говорит, самым рядовым явлением в порядке вещей. Я пришел к выводу, говорил Магомед Яракский, если так будет продолжаться дальше, то царские войска захватят весь Дагестан. И тогда никому из нас не миноваться Божьего наказания, говорил он, собравшись в толпе. А из толпы начали спрашивать, кричать, а что делать, что делать? И вот тогда он просил вот ту самую искру, о которой я говорил, идти надо на газоват, то есть на священную войну. Вскоре в разных местах Дагестана появились люди, которые называли себя мюридами, размахивающие деревянными саблями, деревянными кинжалами и говорящих слово «газоват», то есть священная война. И вот в 1824 году человеком, который деревянные сабли пригласил заменить стальными, был ученик Магомеда Иракского, первый имам Дагестана Кази Магомед. Его заменил, как я говорил, Гамзатбек, затем Шамиль, на плечи которого как раз
легла основная тяжесть Кавказской войны. Вот здесь хочу я сделать оговорку. Дело в том, что народные массы Дагестана и Чечни воевали против русских. И вот представьте себе такую картину. Русский солдат, одетый в серую шинель и вооруженный, его хватали за шкурку и отправляют за 2000 верст на Кавказ, часто скажем, Дагестан. И он здесь должен был воевать против местных жителей. Но почему? Из-за чего? Какие причины? Почему он должен не только 25 лет служить, но и здесь, в ущелье, где-то в скалах, в реке погибать, он абсолютно не знал. Шамиль это прекрасно понимал. И поэтому у него имелось до 500 солдат. Это были и русские солдаты, и польские солдаты, перебежавшие в разное время к нему. И не дай бог, если какой-нибудь мирник или, скажем, горец обращался с ним плохо, расправа немедленно бывала. Наоборот, если они, перебежчики, принимали мусульманскую религию, скажем, ислам, им выделялось помещение, им выделялась пища, они могли жениться на местных женщин, девушках и иметь детей. И потомков которых, будучи во много раз в горах Дагестана, я находил. И еще хочу подтвердить свои слова вот чем. В течение 8 месяцев в горах Дагестана пленным находился поляк по имени Кароль Калиновский. Он в своей книге вот что пишет. Шамилевская команда состоит из русских солдат и других национальностей, перебежавших к нему или взятых в плен. Их более 300. Это в то время, когда он писал, а вообще более 500. Это ремесленники и артиллеристы, одеты по-горски, живут отдельно от мюридов. В солдатской слободе по несколько человек. От Шамиля получают одежду и питание. Денег нет, денег не нужны. Каждый делает свое дело. В 1843 году, это успех Шамиля имелись, когда Шамиль захватил укрепление, они были нужны. Они первым ходили на вал, подбадривая горцев. Но вскоре Шамиль, я прошу внимания, и вскоре Шамиль их от этого освободил, говоря, что они не обязаны проливать кровь, освобождая чужой край, который только их приютил. Между ними есть женатые на русских женщинах, попавшиеся в плен, но они без церковного обряда вышли замуж. Шамиль хотел достать христианского священника, чтобы они не жили как скот, но не сумел достать такого пленника, а добровольно никто из священников не приходил к Шамилю. Вы чувствуете, какой гуманизм, какая веротерпимость, и мне бывает очень обидно, когда некоторые думают, что Шамиль был фанатичным человеком. Абсолютно нет. Итак, после гибели Гамзатбека в 1944 году Шамиль становится имамом. Его военные действия были настолько успешны, что в 1937 году царское правительство обратилось к нему с предложением начать переговоры. Я тут хочу сказать, как это случилось. Из Чиркоты селения приехал к нему человек по имени Михаил и сказал, что с вами хочет встретиться генерал Франц Карлович Кулинау. Шамиль спрашивает, где? Где именно? А тут Михаил говорит, что в районе так называемого Геманинского родника. Это место чуть-чуть нейтральное было. А для чего? По какому делу? Очень важно, но я точно говорить не знаю. Встреча состоялась. Это было 18 сентября 1837 года у Геманинского родника. Это место, где, можно сказать, решался вопрос жизни и смерти, войны и мира. Шамиль и генерал сели на разосланный бурку, и начались переговоры. А рядом сидели переводчики. Об одном из них я чуть позже скажу. Кулинау говорил, как хорошо выученный, скажем, монолог, о том, что в Тифлис приезжает царь России Николай I. И он хочет прекратить войну. За что царь вам, Шамиль, вас, Шамиль, сделает управляющим делами всех мусульман. Шамилю, конечно, может быть, было это приятно слышать, но он говорит, что, во-первых, он не верит, потому что не один раз его обманывали. И, во-вторых, надо поговорить с подвижниками, которые вряд ли дадут согласие на его отец Тифлис, на встречу с Николаем I, так говорит. У Кулинау переводчиком это же был знаменитый Фатали Ахундов. Ученики 9 класса должны его знать. Так вот, о нем слышит. Он говорил имаму, смотрите, как рушатся ваши горы, реки мутные, но скоро там будет течь кровь. А услышавшего эти слова Шамиля, вдруг лицо смягчилось. Это пишет Фатали Ахундов. Оказалось, наступило время послеполуденного намаза. Что дальше было? Так он написал. Значит, Шамиль ушел в тень граба,
и стал молиться, а его свита подняла руки в алхами. Фатали казалось, что Шамиль не столько молится, сколько произносит заклинание. Клянусь небом. Они хотят обмануть, хотят схитрить. Я надеюсь на Всевышнего. Но на прощание имам попросил передать Гидалу такие слова. Мы сами хотим своими людьми править и дружить, но не быть рабами. На том и разошлись. Родник на дне Гемринского ущелья, как и 160 лет назад, когда стоял вопрос о мире и войне, до сих пор продолжает безмятежно журчать. В 1838 году ни той, ни другой стороне не дал желаемых, 1938 год не дал желаемых результатов. Петербург того торопил события, чтобы к 1839 году покончить с восстанием на Кавказе вообще, и в частности на территории Дагестана. С этой целью сюда были снаряжены две делегации. С севера это чеченская делегация, во главе которого стоял Граби, с юга это лезгинская делегация. Шамиль отступал за боями, а затем, вопреки своей стратегии, это удивительно, не вести оборонительные бои, укрылся на горе Ахульбе. Я могу сказать, что Шамиль понимал, что если он где-то встанет, то его очень легко окружить, с помощью пушек разбить. Но он почему-то в 1839 году решил выбрать для этого Ахульбу. Вероятно, имам считал, что генеральный старовик сражения остановит продвижение противника вглубь гор. И тогда восстание станет всеобщим, и, может быть, общим усилием удастся их Урал. Когда я произношу слово «Ахульбу», кто-нибудь, это священное место для Дагестана, может подумать, что речь идет о чем-то грандиозном по размерам. На самом деле, знаете, гору Ахульбу нельзя найти ни на одной карте Дагестана. И эта гора занимает абсолютно небольшую площадь. Спрашивается, зачем же Шамиль выбрал для обороны именно Ахульбу? Что в этой горе привлекало вождя горцев? Когда присмотришь к горе, начинаешь понимать, что физическое лицо Дагестана, лучше Шамиля, наверное, никто не знал. Вы знаете, с трех сторон омывает эту гору Андийская Куйсум. А с четвертой стороны, это где высшая точка Ахульбу, так называемая Шлахбу или Сухая башня, там пропасти, что называется. И поэтому туда подступиться очень-очень трудно. Близ Черкаты, как рассказывает его личный секретарь Шамиля Мухаммед Тагир Алкарахи, он собрал совет из ученых на его и почетных людей с вопросом, как дальше быть. Многие предложили, знаете, набрать годных для людей, для войны людей и быстро перебраться в Чечню и оттуда беспокоить царские войска. Шамиль и меньшинство считало, что бойцы там лучше будут драться у своих саки, у своих очагов, на своей земле. Это, конечно, правильно. Поэтому совет решил, что разумнее дать сражение на названной мной горе Ахульбу. Но рассказывать так уже рассказывают. Вы знаете, были и такие, что не хотели идти ни в Читню, ни на Ахульбу. А вот Шамиль сказал, что эти люди хотят предать нас, они хотят выдать наши секреты и планы противнику. Не бывает этому, сказал Шамиль. И поэтому после этого, конечно, как пишет Мухаммед Тахир Алкарахи, охотников уклониться от зачита Ахульбу не оказалось. 500 мюридов со своими близкими, отцами, детьми, семьями, со своим скарбом перебрались туда. И с помощью пороха, камня, лопат, кирок начали укреплять это место. Создали завалы, баррикады, окопы, траншеи, канавы, укрепляли саму гору. Старухи готовили еду, смотрели за малышами и перевязывали раны тех, которые получили во время взрывных работ. Женщины и дети по крутой тропе, очень крутая тропа, из речки Ашельдинки, в хурджунах или мешках, или на подолах поднимали сюда камни, которые нужны были очень. Древние старики, как тени, возникали то здесь, то там, и их губы шептали молитвы за себя и за тех, кто укреплял гору, и за тех, которые умирали здесь. Шамиль укрепил гору завалами, окопами, как я говорю, траншеями. Благо для этого камня было изобилие. Знаете, они заменяли, камни заменяли и снаряды, и ядра. Я чуть об этом чуть позже скажу. Шулат Булгов – это самая высокая часть. Окрестностью, поднявшись на 100 метров оттуда, можно обозревать всех, кто подходил бы к Ахульбу. И, конечно, безнаказанно сюда подойти нельзя было никак. Задача взять Ахульбу
и племени Шамиля было поставлено перед генералом Крабби. У него имелись, вот послушайте, 11 батальонов пехоты, рота саперов, 5 сотен казаков и 24 пушки. Ему помогала милиция генерала Шамхала Тарковского и генерала Ахметхана Мехтулинского. Таким образом, против 1000 мюридов Шамиля и 4000, ну, скажем, ополченцев, что ли, это дети, старики, женщины, Грабби имел более 10 000 солдат и 24 пушки. Так тот июньский день был очень жаркий, солдаты очень хотели пить после похода, и кто-то начал спускаться с кручи вниз, и не успел он сделать 50 шагов, как раздался выстрел, солдат схватился за живот и кувырком, как мячик, полетел для того, чтобы разбиться на дне каньона. Только через несколько секунд в отдаленных скалах умолкло эхо. Солдаты и офицеры осенили себя крестом, и первая жертва на Ахульго была принесена. Генерал Грабби заглянул на часы. Часы показывали полдень 8 июня 1839 года. В тот день до вечера производили рекорд на сырок, и офицеры пришли к мысли, что штурмом Ахульго никак нельзя взять. Нужно сделать. Начались осадные работы. В 5 местах были расставлены те самые пушки, о которых я говорил, и они день-ночь стреляли по Ахульго. Через 10 дней Ахульго с 1000 отрядом подошел знаменитый наиб Шамиля Ахверди Магома. Вы знаете, он расположил своих мюридов над высотами, которые имелись за селением Ашильта, это на подходе к Ахульго. И они до утра молились, до утра произносили молитвы, а это услышали царские солдаты, и вот полковник Лабинцев и генерал Грабби туда послали свои войска, и Ахмеда Магома потерял очень большие силы, отцепил так называемому Сагрантовскому мосту. Более всего пушки были населены на Шуватнгов, до вершин, где 100 храбрецов во главе с удивительным человеком Алибеком отражали те, кто покручен по стенам, лезли, закрываясь деревянными щитами, и хотели, скажем, перебить этих 100 смельчаков. Но каждый раз они летели в пропасть. В то время как Грабби из Тимирхан-Шура получал продовольствие, медикаменты, врачей, живую силу, Шамиль нигде ничего не мог получить. А ни воды, ни продуктов, горячую пищу, тем более медикаментов у него ничего не было. И только лишь однажды, вбивая колья в стену над Аварским Койсу на скалу, к нему подобрали 100 храбрецов из селения Чирки. Всего-навсего 100. Главным оружием оборонявшихся была, конечно, вера в свою правоту. И все-таки ахульгинцы держались, мало того, наносили тяжелый урон противнику. Я дам только один пример. 29 июня Грабби потерял убитыми 24 солдата и тяжелораненными 10 офицеров и 165 нижних чинов. Я, конечно, был бы несправедлив, если не сказал бы, что мюриды не меньше теряли здесь и не меньше они погибали. В тот день тяжело был ранен наш лад на верной части Алибек Аварский. Он, знаете, я почему говорю, потрясает у меня. У него левая рука держалась буквально на одних жилах. Он положил на землю, ногой наступил, оторвал, его положили на будку и водили по кругу, чтобы он мог дать свои последние распоряжения. 5 июля Деда Сурхаю башни или Шулат-Бог пала. Мало кого из живых мог бы забрать оттуда Грабби. Но вот зато теперь командная высота, откуда проглядывалось все Ахульго, оказалась в его руках. Жерло 24 пушек теперь били не только по высшей точке, но и по остальной части этого естественного укрепления Шамиля. Грабби предупредил его, что если к вечеру 16 августа не будет выдан один из сыновей в заложники, а у нее там было два сына, это Казим Гайд 7-летний и Джамалудин, то он сделает последний штурм. Генерал не дождался ответа, поэтому 17 августа начинается новый штурм. А люди на Ахульго, как пишет Мухаммед Тахир, это личный секретарь, ни днем, ни ночью не имели возможности отключиться. Все, что ночью они успевали сотворить, соорудить, мюриды сотворили днем пушки, Грабби разносили пух и прах. Однако успехи генерала шли через трупы его бойцов. Снова шел к людям Шамиль,
под Бабелем, поднимался, рвался дух, ложился к ним, как будто сам рядовой солдат, рядовой мирит для того, чтобы участвовать в сражениях. Гора окутывалась каждый день пылью, дымом, гарью. Не было медикаментов, нечем было лечить. Земля дрожала под ногами воинов. Будущее глядело на них мрачным своим лицом. В честном ущелье лежали сотни погибших мюридов, а некоторых несла река даже. С одной стороны раздавались выстрелы и крики «Ура!», с другой стороны мюриды пели «Ла илляха илляла». На следующий день, 18 августа 1939 года, на гору забрался полковник Пулла. В это время та и другая сторона, как положено, во время перемирия, не стреляла. Пулла прочитал требования генерала Краба, состоящие из 4 пунктов. Первое. Шамиль отдает своего сына в качестве аманата, заложника. Второе. Шамиль и мюриды сдаются. Жизнь их имущества остаются неприкосновенными. Третье. Все оружие поступает как трофеи к ним, царским войскам. И четвертое. Оба Ахульго, это имеется в виду там новые и старые Ахульго, на вечные времена собственность императора России. Собравшись на Пулла, смотрели, как на человека, который спустился к ним с другой планеты. Каждый пункт читали громко и по несколько раз, чтобы все понимали, что к чему. Защитники содержания письма с проклятием и возмущением отвергли. Единственное, с чем согласился Шамиль, это встретиться с Грабби, с генералом Грабби, который командовал всем войскам. Он говорил, пусть Грабби придет с тысячами солдат, а я буду иметь только 100 мюридов. В это время протяжно запел мулла, приглашая к полуденному намазу, и стороны разошлись. Пулла отправился с закладом к Грабби, а Шамиль и другие пошли помолиться. Создалось безвыходное положение. Сдаться Шамиль не мог. Но и защитники не могли бесконечно драться. И дело шло к какой-то, должно было идти к какой-то развязке. Трехдневный срок перемирия истекал. Решено было отдать в аманаты старшего сына Шамиля Джамалуддина. Ему было всего-навсего 7,5 лет, около 8. Его сопровождал знаменитый дипломатический курьер Шамиля, храбрец из селения Черки Юнус. Ну, об этом мы как-нибудь другой расскажем. А сейчас скажем, что Шамиль в письме, отправленный с Юнусом, уверял, что через месяц он покидает Ахульго и отправится на свою родину в селение Кимры. Грабби это предложение отверг. Он понимал, что если оставить дело, скоро осень, а август, там, сентябрь, октябрь, пойдут дожди, это может привести к тому, что царские войска застрянут, а Дагестан станет подниматься, и ни к чему это не может привести. Он окажется в ловушке. Поэтому 21 августа его пушки снова открыли огонь. Вдруг солдаты увидели, как из старого Ахульго, новое Ахульго, женщины и дети переходили со скарбом, а за ними устремились мюриды. А в это время царские пушки открыли огонь, а солдаты тоже из ружей открыли огонь. И чтобы их дать возможность мюридам перебраться, женщины бросали на них камни, старались как-то загородить даже своими детьми, телами своих детей. Но это не помогло. Дело в том, что туда сумели пробраться только 200 мюридов из тех, которые еще оставались живых. 22 дня, 22 августа того же 1939 года, после почти 90-дневной обороны, сражение Ахульго было закончено. Мне хотелось бы сравнить с каким сражением, скажем, с Верденом, с Сталинградом. Никакого сравнения. Вообразите, это небольшая площадь, окруженная 10-тысячным отрядом, 24 пушки, когда у них ни одной пушки, ничего нет. 90 дней. Борис Исадзе, свидетель этих событий, писал, плен взято 900 человек. Большей части это старики, женщины, дети. Это он пишет. С трудом смирились гордые горцы со своим положением, несмотря на их изнурение, на полное изнурение и раны. Царские войска потеряли убитыми только за последние два дня, 21-22 августа, 22 офицеров и 645 солдат. Конечно, люди Шамиля тоже потеряли не меньше. Пропитанные кровью и потом каменистой земле отдали своей жизни лучшие из лучших. Это храбрец Алибек из Фунзаха, ученый и отважный Сурха из Гулла, бесстрашный Бабал Мухаммед и другой не менее бесстрашный Мухаммед из Игали, племянник Шамиля Осман, Гусейн и Магомед из Аллахани,
Алихан из Арчи, Муртузари из Урада, Амархаджи из Саграти, Султан из Делыма, Муртузари из Чирката, Магомед Ибраим Гусейн из Гивы, Магомед Амин из Хутада, Бусилав из Тинди, многие-многие другие. Я прошу извинения, я думаю, что меня слушающий дагестанец говорит, а почему не произнес наших родственников? Перед ними и перед тысячами, которые погибли тогда, весь дагестанец замер от горя. Шамиль хотел погибнуть в бою, но его близкие не дали этого сделать. Смерти твоей, сказали ему, только обрадуются враги, не лучше ли поберечь себя для дела? Глубокую ночь с 22 на 23 августа Шамиль в сопровождении около 20 человек, родных инвалидов, привязав к спине 7-летнего сына Казимагомеда, в немыслимых условиях потерял по дороге сестру Патимат. Она, вы знаете, она была ранена, она завязала лицо платком, бросилась к ручью в андийскую Куйсуму. Ушел с Ахулико, перешел через андийскую Куйсу, я в прошлый раз рассказывал, и стал подниматься с оставшимися людьми на гору Салатави для того, чтобы оттуда отправиться в Чечню. С ними были перечислены жена Патимат, сын Казимагомед, а другой сын отдали к рабе. Друг и внус из Чирки, о котором я говорю, Ахмирди Магал, знаменитый наиб, юноша Ахмед из Ашильта, Мирит Якуб, ну и несколько еще других человек. Путь, сами его спутники поднимаются понемногу на Салатау, а я скажу, что 22 августа и последующие дни солдаты Грабби были заняты погребением своих товарищей. Они разрыли братские могилы, а на изголовье стали кресты из дерева. Сурхаеву башню и другие укрепления они взорвали и оставили там камни на камни. 30 августа Грабби дал приказ собираться в Тимирханшуру. Экспедиционный отряд покинул Кровавую гору, где оставили третью часть своих войск. Пришедшие сюда 90 дней назад. Солдаты усердно молились и бесконечно благодарили небо и Бога, что покидает страшное место. За Ахулико Грабби получил орден Станислава I степени и заявил, что делу конец, и хотя Шамиль успел скрыться, нет ему больше веры в горах. Сказав так, он дела передал полковнику Пулу, я говорю, и уехал лечиться Пятигорск. Ну, а что же Шамиль? Шамиль на 3 месяца, как я говорил, приковал Ахулио основные силы царских войск. Правда, он не достиг того, что ожидал. Весь Дагестан не поднялся, и Чечня тоже. Успех. Грабли были достигнуты также слишком дорогой ценой. Попытка обезглавить Шамиля и его семью не удалось. Ни среди пленных, ни среди раненых, ни среди убитых, ни Шамиля, ни его близких не было. Забывая вперед, скажу, что с Шамилем, с восставшими дагестанцами, чеченцами, царским войскам придется драться долгих еще 20 лет. Ну, будет правильно, если я на этой ноте остановлю свой рассказ. Я очень благодарен всем, кто меня слушал. Особенно благодарен, кто терпеливо относится к этой передаче. Всего вам доброго. До следующей передачи.